Смотри в эфире 34-го телеканала. Новое грандиозное телевизионное реалити «Пассаж Total Look». Медиапартнер журнал «Оскар». Хотите при каждой покупке экономить не только деньги, а и время? Тогда заказывайте услугу шопинг со стилистом в торговом центре «Пассаж». А если хотите получить 5000 гривен за то, что умеете хорошо и со вкусом одеваться, тогда становитесь участниками «Пассаж Total Look». В любом случае, нам по пути. Я Лиза Кошляк, и это самый рейтинговый проект Днепра. В прошлой серии впечатляющие преображения нам продемонстрировали яркие личности. Абсолютный дух противоречий царил на площадке. Привычный спортивный костюм Анатолий Твердохлеб без сожаления сменил на пиджак, рубашку и бабочку. А вот Александр Трубин, напротив, деловой костюм оставил в кабинете, на отдых в Альпы предпочел надеть все, что соответствовало его колоритной натуре. Инна Махинько, предпочитающая сдержанную классику, позволила себе абсолютный эксперимент, сменив лаконичную прическу на романтичные локоны и посчитав, что цветов много не бывает, создала ансамбль, сплошь состоящий из природных мотивов. Цветочный принт на платье, украшения в виде цветков и даже на сумочке цветочки. Сплошной рустикальный шарм. И единственный участник, что с трудом расстается с прежними привычками, это Соломея Бойко. Проверенные фасоны, привычные сочетания, даже украшения заботливо принесены из дома. Хотя все подобрано цветово верно. Чей подход приведет к победе, узнаем в следующей серии. А прямо сейчас вашему вниманию выступление великолепного квартета. Кто сыграет в нем первую скрипку? Сегодня мы будем наблюдать за преображениями 2-4 декабря. Не пропустите самые яркие моменты этой зимы. Екатерина Юрчук умудряется быть незаметной. При росте 170 сантиметров и точеной фигурке Катя теряется в толпе за счет своих нейтральных монохромных нарядов. Стилист Марина Калиниченко предложила покончить с этой тенденцией и придать образу яркости. Итак, вступает первый исполнитель сегодняшнего шедевра. Бьюти-зона «Пассаж» – отличная площадка для реализации задуманного. Пока мастера приручают роскошные длинные волосы Кати, окрашенные в стиле амбре, предлагаем ознакомиться с бьюти-трендами этой зимы. Поэкспериментировать с имиджем и по-новому проявить свою индивидуальность можно при помощи такого простого приема, как окрашивание волос. В 2017 году будут актуальными способы попрядного нанесения краски, дающие в результате красивые переливы цвета и игру бликов на локонах. В зависимости от используемой цветовой палитры, применять их можно и для создания максимально естественного оттенка волос, и для яркой акцентуации экстраординарных причесок. Однако следует учитывать, что при эмилировании стилисты не рекомендуют четкое выделение осветленных прядей. Соломенные, пшеничные, карамельные и медовые локоны должны плавно растворяться в общей массе волос. Популярная не так давно амбре сменила сомбре – основной тренд 2017 года в сфере окрашивания волос. Техники эти немного схожи не только по названию, но и по специфике нанесения краски. При сомбре переход цвета на локонах получается более плавным за счет использования не одного, а нескольких близких оттенков. В 2017-м хайер-дизайнеры предлагают активно использовать балаяж, бэби-лайтс, шатуш. Все это вариация окрашивания, создающая эффект выгоревших прядей или солнечных зайчиков в волосах. Наряду с естественными цветами популярными становятся оттенки красного – от вишневого до полупрозрачного кварца. Голубой уступает место серебристой седине, которая подойдет как молодой девушке, так и дамам солидного возраста. Закрасьте свою седину в седину. Интермедиа окончена, макияж и прическа готовы. А значит, самое время прогреметь маршу. Ведь Юрчук уже в обувном магазине «Эль Карвари». Обувь – неотъемлемая часть жизни каждого человека. Важно иметь хорошую пару обуви. Это вдохновляет и поднимает настроение, считают производители всего этого разнообразия, реализующегося под брендом «Эль Карвари». Забираем Оксфорды и вперед в магазин «Мода Италия». «Мода Италия» для тех, кто хочет всегда выглядеть оригинально и ярко.
В магазине представлена женская молодежная одежда и аксессуары разных стилей и дизайнерских решений. Регулярное обновление коллекций. Кроме того, клиентам всегда предлагается широкий ассортимент моделей по демократичным ценам. Делая выбор в «Мода Италия», ошибиться просто невозможно. Ваша индивидуальность заслуживает того, чтобы ее заметили. А именно такая цель стоит перед Катей – стать по-хорошему заметной. Образ Екатерины, что мне понравилось, что она все-таки не побоялась одеть синий цвет. Это было достаточно интересное решение. Я не сразу подобрала этот образ, поскольку я смотрела в интернете, что лучше подходит к синему цвету. Там мятный, бирюзовый. Мой выбор остановился все-таки на золотой сумке и бежевой обуви. Хорошо сочетала обувь, сумку со своим как бы и цветотипом, и вообще с прической, и с даже цветом волос. Я не знала даже, что у меня цвет глаз карий, это значит теплый. Я все время как-то одевалась то, что нравится, а сейчас же я знаю, что мне нужны конкретные цвета. Но мне не хватило каких-то дополнений, аксессуаров. С одной стороны, вроде бы это и простота, и легкость, да, и неплохое сочетание цветов. Как-то вот не хватило чего-то. Я хотела сделать акцент на сумке. Что-то у девушки должно выделяться, и я решила, это будет сумка. Каждый созданный образ оценивает стилист шоппер торгового центра «Пассаж» Марина Калиниченко. Заказывайте шоппинг со стилистом в «Пассаже» по телефону и наслаждайтесь калейдоскопом собственных тотал-луков, созданных при поддержке профессионала. Марина Калиниченко, без сомнений, предложила следующей участнице Виктории Даяновой выступить соло на проекте «Пассаж Total Look» с целью привнести изменения в стиле не только одежды, а и жизни в целом. Проявить структуру и четкость натуры с помощью стиля «Гарсон» – это был шаг, достойный внимания. Составлять лук Виктория начала с подбора обуви и аксессуаров в одной из многочисленных модных локаций «Пассажа». Очень люблю синий цвет, синий замш. Замш вообще приятная текстура, прекрасная шпилька. Но у нас здесь синий образ. О, отлично, вот и черные. Строгие, каблук высокий, подъем не сильно крутой будет. Достаточно удобно в них ходить. Вот прекрасная сумочка, на мой взгляд. Она очень подойдет к моему образу. Маленькая, стерженная, без лишних украшений. Ничего лишнего. Ничего лишнего – это дело вкуса, а вот что касается размеров, то наши постоянные зрители знают, что подбирать сумку нужно не только исходя из своих предпочтений, но и своего размера. Так, например, если у вас маленький рост и миниатюрная фигура, то большая или бесформенная сумка будут смотреться нелепо, ну и, соответственно, наоборот. Какие бывают сумки и сколько их нужно для полного счастья в рубрике «Fashion Level»? Тоут – одна из самых популярных и практичных сумок. Также известна как шоппер-бэг. Две длинные ручки, открытый верх. С такой сумкой так удобно отправиться на встречу с подругами, прогулку с ребенком или за покупками в торговый центр «Пассаж». Сумка Тоут отлично сочетается с джинсами, платьями в стиле casual, повседневными пальто, парками и свитшотами. Дафу – вместительная сумка, которую можно носить как за ручки, так и на ремне. Трапеция – сумка с ручками сверху и треугольными мягкими вставками по бокам. И дафл, и трапеция относятся к жестко каркасным сумкам и отлично скрасит гардероб современной деловой женщины. Кроссбоди – сумка среднего размера с длинным ремешком для ношения через плечо. С такой сумкой легко представить героиню модного блога. Кроссбоди отлично сочетаются с повседневными комфортными вещами. Багет – небольшая аккуратная сумка вытянутой формы. Впервые была представлена маркой Fendi более 15 лет назад. Сумка Багет отлично подойдет ярким, творческим натурам. Она может быть как сдержанной, так и украшенной яркими принтами или аппликациями. Хопо – мягкая сумка в форме полумесяца с застегивающимся верхом, как правило, носится на плече. Сумка Хопо будет уместна в образе в стиле бохо-шик и выгодно подчеркнет творческую натуру своей обладательницы. Обожаете Британию и все английское?
тогда небольшая наплечная сумка Satchel с двумя застежками. Именно то, что вам нужно. Планируете романтический вечер, поход на театральную премьеру или зажигательную вечеринку в клубе? Тогда вам не обойтись без яркого клатча или сумки Wristlet. Первый отличается тем, что его носят исключительно в руках, а Wristlet имеет небольшой ремешок для запястья. Клатч и Wristlet отлично сочетаются с вечерними нарядами и будут уместными на любых мероприятиях после 5 вечера. Многих модниц интересует вопрос, сколько сумок необходимо женщине для счастья? Ответ экспертов – как минимум 4. Удобный шопер для повседневных дел, сумку жесткой формы формата А4 для деловых бумаг и ноутбука, нарядный клатч для вечера и одну сумку, отражающую самые актуальные тенденции сезона. А самые стильные сумки можно найти в многочисленных магазинах торгового центра «Пассаж». Смена модной локации обычно участниками воспринимается как проблема. Викторию, судя по всему, это напротив порадовало. Вместо запланированного магазина Пушана Вика создавала образ, как и Екатерина Юрчук, в «Мода Италия». Что такое ремастичаем? Стиль гарсон – это обязательно брюки. И я думаю, что это будут черные классические, даже, может быть, со стрелкой. В моем образе обязательно должна быть блузка. Здесь очень много ярких и интересных моделей, но я думаю, что мне подойдет именно белая. Элегантные лодочки на шпильке из Эль Карвари, с помощью которых можно пришпиливать каждый посланный вслед восхищенный взгляд. Так, для коллекции. А дальше все по классике жанра. Белая блуза, жилет и черные брюки. Где-то мы уже это видели. Лилиана Попова делала похожий образ, только броши не хватает. Если она видела эту передачу, то тогда это повторение. Если она это не видела, то это просто прямое попадание в стиль. К своему образу я отнеслась очень серьезно, подготовилась заранее. Это была черная пятница, наплыв клиентов в магазин, достаточно экстремальные условия. У нас был запланирован совсем другой магазин. По техническим причинам не получилось с ним посотрудничать, поэтому мы очень быстро нашли буквально соседний, и здесь мне удалось практически воплотить полностью весь тот образ, который был мне задан. У меня зеленые глаза, поэтому я подобрала для себя аксессуары с зелеными камушками, у меня браслет, у меня серьги зелененькие. Все-таки для меня стиль гарсон – это отсутствие камней, это наоборот что-то такое геометрическое, вот повторение таких форм. Я бы не использовала здесь камни, стразы, больше бы мне хотелось геометрии, то есть тогда бы этот образ был завершен. То есть не угадала с аксессуарами. Сумка и украшения, они не совпадают со стилем гарсон. Это должна была быть какая-то, во-первых, больше сумка. Сумочка маленькая, потому что вот сколько раз я не покупала себе большую сумочку, это проверено, что она берется мной один раз, потом ставится в шкаф, отдается маме, бабушке, кому угодно, поэтому я уже просто сразу зашла, взяла маленькую сумочку, мне с ней комфортно, у меня влазит все, что мне нужно, с этим я еще в пустыне выживу. Я слышала про то, что она не носит большие сумки, но не такие маленькие. Оно не совпадает и не соответствует с параметрами самой девушки. Она высокая, статная, красивая, и нужно подбирать минимум средние сумочки. Вот, а то и большие. Женское белье – это не просто необходимость, оно должно быть роскошным. Чем соблазнительнее его кружевной тюнинг, тем сладостнее предвкушение. А белье без купюр – далее подробнее. У каждого появляющегося тренда или тенденции есть свои характерные особенности. Те маленькие тайны, которые заслуживают нашего внимания. Так давайте же скорее познакомимся с наиболее интересными решениями ведущих торговых локаций «Шоппинг Молла Пассаж». Коллекция нижнего женского белья, представленная в магазине «Меловица», раскрывает изящность и утонченную сексуальность подобных изделий. Являясь достаточно закрытыми, модели белья подкупают своей нарядностью и богатым декором из вышивки и кружев. Такое белье обещает быть последним писком наступающего сезона.
Готовя новую коллекцию нижнего белья для милых дам, дизайнеры не ограничивают не только свою фантазию. Они стараются использовать по максимуму все возможности, которые предоставляет им современная промышленность, занимающаяся производством тканей. Ассортимент магазина «Селена» тому подтверждение. Атлас, шелк, хлопок, кружево, шифон по-прежнему в моде. В тренде в канун праздников белье с ярким принтом, шнуровками, бантиками. Придется стать немного легкомысленной, но это пойдет только на пользу. Красный – хит сезона. Сделайте неповторимый подарок себе и своим любимым с магазином «Селена». Рождественские каникулы – отличный повод посвятить себя семье, дому, но в своей крепости должно быть празднично и уютно. Особенную атмосферу зачастую создают мелочи. Элементы декора – подсвечники, качественный текстиль, выполненные вручную милые вещицы. Dream and Secrets – это то пространство, где с любовью собрано лучшее для вашего дома. Откройте секрет спокойного домашнего уюта вместе с Dream and Secrets. Здесь же, на четвертом этаже торгового центра «Пассаж», вас ждет оазис умиротворения. Это растущая сеть магазинов посуды и домашнего текстиля «Вахоум». В нашем магазине представлен товар турецкого производства, отличного качества и по очень интересным и приятным ценам. Вы у нас можете приобрести к Новому году интересные пледы, очень теплые, прекрасные комплекты спального белья, наборы халатов с полотенцами, покрывала. Это все будет с радостью радовать и вас, и ваших близких. Так что мы ждем вас в нашем магазине «Вахоум», торговый центр «Пассаж», 4 этаж. Продолжим знакомство и поиск идей. English Home – это стильное, натуральное и простое решение для тех, кто хочет создать в своем доме атмосферу счастья, уюта, покоя, чувства, вкуса и меры. Именно благодаря этому количество поклонников марки растет с каждым днем. Здесь не просто так называют своих покупателей – поклонниками. Посетив English Home единожды, сюда приходят снова и снова, рекомендую друзьям. Вечеринки, праздники, встречи друзей и просто желание все поменять невозможно себе представить без соответствующего антуража. Подарков, карнавальных костюмов, аксессуаров, элементов декора и тематической упаковки. Скоро Новый год, и Сета Декор предлагает вам вместе подготовиться к празднику, вечеринке или утреннику. Пассаж – это 5 этажей моды и стиля. Хотите заработать, делая покупки? Тогда принимайте участие в новогоднем розыгрыше призов. С 1 по 30 декабря 2016 года, совершая покупки в торговом комплексе «Пассаж» на сумму свыше 1000 гривен, каждый покупатель получает шанс выиграть сертификат номиналом 10 тысяч, который можно потратить на территории торгового комплекса. А еще будут разыграны 2 ноутбука и многочисленные поощрительные призы. Участники же телевизионного проекта «Пассаж Total Look» также заинтересованы в победе, ведь на кону 5000 гривен от торгового центра «Пассаж» и признание. Но не только за этим пришла на съемочную площадку Светлана Снисар. Она будет создавать образ новой себя в магазине «Фрэнк Валдер». Но не будем забегать вперед. Светлана в бьюти-зоне. Именно здесь обслуживание превращается в противостояние. С рекомендованной укладкой Света не согласна, поэтому берет в свои руки расческу и делает все по-своему. Неужели и в одежде она останется верна себе? Коллекция магазинов «Ладио Бруни» отличается широким ассортиментом женской, универсальной, практичной, удобной обуви. Обладательница любого из экземпляров модельного ряда будет долго наслаждаться всеми преимуществами идеальной пары, купленной здесь, в «Ладио Бруни». В «Бэкс» Светлана подобрала сумочку и со всем, что дополняет образ, направилась в магазин «Фрэнк Валдер». Здесь несложно собрать комплект, отвечающий требованиям конкурса. Миссия «Фрэнк Валдер» звучит так: «Достойное служение интересам покупателя». Представление украинским женщинам качественной, практичной и современной классической одежды. Вы хотите всегда выглядеть модно, современно, стильно и безупречно? Доверьте эту заботу нам! Светлана преобразилась. Теперь хочется воскликнуть: не возвращайся в прежний вид. Избавься от джинсовых капри и полосатой кофты, в которых пришла. Как царевна лягушка в свое время избавилась от зеленой кожи. Очень красивый пиджак, но, к сожалению, он не подходит мне по стилю. А вот джинсы. Вообще, качество отличное. Жаль, тоже не подходит.
но для себя бы взяла. Какая замечательная блузка. Вот она мне точно подойдет. Надо примерить. Мне, конечно, очень понравилось. Сначала, когда мне сказали, что надо будет подготовить образ Мэрил Стрип, я немного растерялась, потому что я обычно не ношу такие романтические вещи. Но когда я начала примерять на себя, мне очень понравилось, и я увидела себя в совершенно другом свете, и думаю, что, наверное, я это возьму на заметку. Изначально, увидев Светлану утром и после преображения, это два разных человека. Прежде всего, это макияж, это прическа, это внешнее преображение. Образ я вообще подбирала долго, можно сказать. Здесь такой огромный выбор, у меня просто глаза разбежались. Решила как бы не заморачиваться, а выбрать самое простое. Как говорится, простота всегда выигрывает. И да, возможно, образ был прост, но задача преобразить и поменять человека, и показать, каким он может быть другим. Вот не хватало какой-то изюминки. И я решила, что шарфик будет прекрасным дополнением к этому образу. Вам судить, конечно, но мне очень нравится. У человека поменялось лицо, поменялся образ, поменялась какая-то манера. Она стала похожа на Мэрил Стрип из «Дьявол носит Прада». То есть тут даже что-то произошло с характером. Статья о профсоюзе. Это все. Сборников. Аккомпанировать Светлане сегодня будет ее сын Вадим. Хотя его этюд не будет прост. Назревает внутренний конфликт. Мама-помощник переходит в категорию соперника. Повлияет ли эта ситуация на исход? Начнем с первых аккордов, которые прозвучат в магазине Timberland. Рыжие ботинки – это вам не фаст-фэшн. Это непроходящий тренд, который пришелся по душе многим участникам проекта «Пассаж Total Look». Знаете, как гласит слоган компании Timberland, что изобрела знаменитые ботинки на шнурках с грубой подошвой и рыжего цвета? Если вы любите обувь Timberland, относитесь к ней как можно хуже. Ботинки Timberland получили популярность в Америке и Европе, там стали открываться магазины. А желтые ботинки Timberland начали путешествие по всему миру. Многослойность в стиле гранж несет совершенно другой посыл, нежели та одежда, в которой Вадим пришел на съемку. Хороший мальчик превращается в молодого человека, для которого дух свободы – не пустые слова. Скотфри означает «безнаказанный», вышедший из воды сухим в прямом переносном смысле. А не за этим ли пришел Вадик на проект? Расправить крылья, почувствовать себя свободным бунтарем. Европейская торговая марка Scotfree на рынке более 20 лет. Одежда, выпускаемая под этим брендом, универсальна и многофункциональна. В сезонных коллекциях представлены линии как для мужчин, так и для женщин. А всевозможные силуэты джинсов просто поражают воображение. Городской уличный стиль, предлагаемый Scotfree, подойдет энергичным и очень живым людям, которые любят путешествовать и наслаждаться жизнью. Мне дали такое задание, я должен был найти себе образ, максимально похожий на стиль одежды Остина Батлера. Это такое, как мы сказали, немного стиль бомжа, ну, в хорошем смысле. Я, в принципе, по своему мнению, искал, немного поинтересовался, все же более подробно изучил историю Остина Батлера, его стиль одежды, посмотрел его сериал, в которых он снимался. В принципе, понял цель, и я думаю, я справился со своим заданием. Вот я подобрал себе одежду, максимально похожую на его образ. Думаю, у меня все получилось. А Вадим, я считаю, полностью справился со своим заданием. Он поменялся, потому что при встрече я видела совсем другим, таким очень каким-то таким строгим молодым человеком, молчаливым. А здесь все-таки образ отчасти гранж, casual, он дает о себе знать, потому что сразу человек становится более легким, более развязанным. Я бы даже сказала, что это стиль вызов. Вот. И он меняет не только внешний облик, он начинает действовать еще и на характер. Вот я считаю, что все-таки стоит задуматься нашему герою Вадиму, чтобы почаще одевать на себя и примерять этот стиль.
наш квартет сыграл свою увертюру. А вот как оценят критики их творчество, станет известно в следующей серии.